Ну, я догадываюсь, почему здесь веточка елочки. Потому что, наверное, главный персонаж всех моих сказок это елочная фея. Соответственно, она покровительница хвойных растений. Ну и символично очень, что в коробочке оказалась именно веточка елки. Добрый день, я Евгений Вальс. Пишу для детей, для взрослых в разных жанрах. У меня есть сказки, фэнтези, фантастика и мистический реализм. В этом году у меня вышел, родился десятый литературный ребенок. И вместе с героиней этой книги я приглашаю вас в страну желаний, где обитают вовсе недобрые герои детских сказок. Яся больше не сидела за первой партой и перестала дружить с одноклассниками. Ей было приятнее думать, что это она не хочет ни с кем общаться. А о чем с ними говорить, если подружки Лика и Вика разболтали ее секрет, и теперь все называют ее чудилой. Ну и пусть шушукается за спиной, они просто завидуют. Еще бы, ведь это она побывала в волшебной стране Еловии и подружилась с ее обитателями. То, что она увидела, одноклассникам и во сне не приснится. «Мне и без них хорошо», «Никому и ничего я доказывать не буду», — думала Яся, теребя сувенирный медальон на шее. «Еловия существует». Она окинула взглядом класс, задней парты ей было видно всех, особенно Лику и Вику. Бывшие подруги даже не подумали извиниться. Хуже того, теперь они вместе с остальными подсмеиваются над ней, глупые злыдни. «Будь Яся не такой доброй», давно бы достала из медальона волшебную семянку, подарок елочной феи, и превратила бы обоих во что-нибудь гадкое. Яся мечтательно посмотрела на потолок, где вокруг плафона кружила муха. «Ребята, через пять минут перемена», — напомнила учительница. «Заканчиваем рисовать и выходим в коридор, а я проветрю кабинет». Яся давно дорисовала картинку и даже прополоскала кисточку, Конечно, учительница сразу подошла к ней. «Это фея?» – спросила она, разглядывая работу. «Елочная фея», – кивнула Яся. «Поэтому у нее зеленые волосы?» – улыбнулась учительница. «Какая у тебя богатая фантазия». «Это не фантазия. У нее правда зеленые волосы», – завела Яся, но тут заметила взгляды одноклассников. Все обернулись к ней. И явно не для того, чтобы восхититься рисунком. И «Еще скажи», что ты ее видела! С усмешкой проговорила Андрапа, высокая девочка за соседней партой. Вот кому следовало бы помолчать, чтобы никто не видел ее железные брекеты, застрявшие в них едой. Хотя их было видно всегда ведь Андрапа редко закрывала рот, ей было сложно дышать. Яся решила ничего не отвечать и даже не смотреть в ее сторону. Когда прозвенел звонок, она вышла в коридор и смешалась с толпой ребят. Это было несложно, ведь школьная форма у всех одинаковая. В последнее время Яся часто так делала, чтобы скрыться от одноклассников. Но в школе почти невозможно остаться одной. Особенно здесь, на втором этаже для начальных классов. Ей нравилось забираться по лестнице выше четвертого этажа. Дальше ступеньки вели на чердак, который всегда был закрыт. Но на площадке перед ним Ясе удавалось побыть наедине с собой. Иногда там собирались старшеклассники – но их обычно нагоняли дежурные, а малолетки вроде нее туда и вовсе не ходили. Яся уже миновала третий этаж и прибавила шагу на пролете, ведущем к четвертому, как услышал за спиной. «Чудила! А чудила! Куда бежишь?» Яся оглянулась через плечо. За ней шла Андрапа, а чуть позади семенили Лика и Вика. Бывшие подружки прибились к этой громиле с тех пор, как поссорились с Ясей. Теперь гнусная троица подначала весь класс издеваться над Ясей. «Не ваше дело!» — огрызнулась она, ускорившись. Яся еще надеялась, что на верхней площадке будут хотя бы старшеклассники, которых не успели разогнать дежурные. При них ее не станут дразнить. «Спешишь на встречу с феей?» — не унимала Сандрапа. Лика и Вика захихикали, как две гиены, поддерживая ее шутку. Яся не ответила. «Чудило!» «Так ты познакомишь нас?» – не отставала Андрапа. «Или она тоже не хочет с тобой дружить?» – подхватила Лика. «Может, признаешься, наконец, что никакой феи нет?» – потребовала Вика. Яся сжала кулаки, но промолчала. «Вот бы их обстреляла орешками из огромной шишки. Жаль, такие растут лишь в Еловии». Четвертый этаж остался позади, а впереди была только лестница на чердак. Яся глянула наверх, и в груди все сжалось. Площадка оказалась пуста. Нехотя поднявшись на несколько ступенек, Яся остановилась. Что же делать? Что им сказать, чтобы отстали? Лихорадочно размышляла она. Ну и где твоя фея, чудила? Ткнула ее в спину Андрапа. Может, дашь номерок, и мы сами ей позвоним? С наигранным участием спросила Лика. Или в Елове связь не ловит? Усмехнулась Вика. Яся резко развернулась. Как же хотелось врезать всем троим, но она не решила столкнуть даже кого-то одного. Фея очень занята, с высока ответила она, превращая таких, как вы, в улиток. Она попыталась спуститься, но андрапа, на голову выше Яси, встала у нее на пути. Тогда, может, покажешь нам дорогу в волшебную страну? усмехнулась Андрапа. Девочки за ее спиной снова захихикали. Это еще сильнее разозлило Ясю. «Вас туда не пустят!» Яся попыталась обойти обидчицу, но Андрапу спустилась на ступеньку и опять стала перед ней. «Да неужели? И почему это?» Со всей силы толкнув Андрапу, Яся проскользнула между Ликой и Викой и побежала вниз по ступенькам. Обидчицы помчались следом. Но тут прозвенел звонок, и ребята из других классов засуетились на лестнице. Кто-то бежал из столовой, кто-то из туалета. Яся едва не столкнулась с двумя старшеклассниками, которые, перепрыгивая через ступеньку, спешили на урок. В этот момент ее схватили за руку. Пухлое лицо Андрапы раскраснелось от бега. Она прошипела Ясе в ухо. «Слушай, чудила, мы не договорили. Мне не о чем с тобой говорить». Яся вырвалась, но не удержалась на ступеньке и, ударившись спиной о стену, сползла вниз. Никто не спешил ей помочь. Андрапа хотела что-то сказать, но передумала, заметив завуча. Антон Олегович стремительно подошел и окинул ясенных обидчиков строгим взглядом. «Она подскользнулась?» – забормотала Андрапа. «А мы хотели ее поднять?» Антон Олегович нахмурился. «Останетесь после уроков, я к вам зайду. Услышали?» Троица дружно закивала. «Тогда бегом в класс». Словно соревнуясь, то быстрее, ясные обидчицы помчались на урок тобой все в порядке?» Зауч протянул Яси руку, но та поднялась сама. Сильно ударилась. «Они здесь точно ни при чем?» От растерянности и обиды Яси не находила слов. Она едва сдерживала слезы. Провожая взглядом Андрапу, ее подпевал. Яся не могла сказать Антону Олеговичу правду, но и врать тоже не хотелось. Пришлось взять себя в руки и замотать головой. «Хм, ладно, но с тобой я тоже хотел и поговорить» поэтому останешься после уроков. Пойдем, и доведу тебя до кабинета». Яся кивнула и побрела следом за заучем. В кабинете Яся прошла вдоль рядов, стараясь ни с кем не встречаться взглядом, села за парту и притихла. Ее уши уловили шепот соседней парты. «Эй, чудила, смотри, что у меня есть!» Яся сделала вид, что ничего не слышит, и тогда, едва учительница отвлеклась на разговор с заучем, в нее прилетел скомканный тетрадный листок. Читай! прошепела Андрапа. Яся развернула бумагу и прочла: Хочешь вернуть свою фиговину? Недоумение она глянула на Андрапу и увидела в ее руке медальон, как она успела его стащить. Отдай сейчас же, громко возмутилась Яся. Учительница прервала разговор с заучем и нахмурилась: Что там у вас происходит? потребовала она объяснений. Ничего! самым невинным видом ответила Андрапа. Просто Яся пообещала после уроков познакомить весь в класс с елочной феей. Гул хохота и усмешек разлетелся по кабинету. Учительница строго поглядела на ребят и пообещала познакомить родителей с поведением их детей на уроке. А Антон Олегович пригрозил собрать дневники, если они не умолкнут. И в классе мигом наступила тишина. Только Ясю это не радовало. От огорчения она даже не могла сосредоточиться на уроке. Все мысли были о медальоне. Ведь в нем волшебная семянка. И теперь она в руках обидчицы. Каким же долгим показался Яси этот урок? Звонок все не звенел. Может, он сломался? А что мне делать, когда он все-таки прозвенит? Как вернуть медальон? Не драться же с Андрапой. Терзалась вопросами Яси. И жаловаться учительнице она тоже не станет. Ведь тогда все начнут дразнить ее ябедой, только этого ей не хватало. Яся с носом в тетрадь и подумала о том, что будет лучше просто пойти домой. Она даже забыла, что завуч велел ей остаться после уроков. Жаль, терять семянку, размышляла Яся, хранила уже год, но так и не придумала, на какое желание ее потратить. Как только Яся решила, что не будет отбирать медальон, ей стало чуточку легче. Тут, наконец, прозвенел звонок, и Яся сжалась, вспомнив, что ей придется остаться в классе с Андрапой, Ликой и Викой. Она бы выдержала, будь здесь учительница, но та пошла проводить 4 Б в гардероб, а Ясю, ее обидчиц, оставила дожидаться завуча. «Чудила! Тебе еще медальон-то нужен?» – прозвучал над Ясей голос Андрапы. Яся подняла голову и устало ответила. Забери себе, если любишь носить ворованные вещи. Очень надо, фыркнула Андрапа, но глянула на лику и вику. Те, затаив дыхание, наблюдали за ними. Ты потеряла это, когда убегала, а я подобрала вот и все. Да неужели? Язвительно отозвалась Яся. Хочешь сказать, я вру? А сама-то рассказываешь всем про волшебную страну и фей. Всем рассказала не я. Яся с укором... Взглянула на бывших подружек. Но ну, а нам ты говорила, что это правда! воскликнула Вика. Да, подхватила Лика. Так что докажи. Я себя почувствовала, как внутри разгорается вулкан гнева. Его так трудно было сдержать. Но тут Андрапа взяла медальон за веревочку и начала размахивать им у яси перед носом. Отдам, если признаешься, что никакой волшебной страны не существует. Это ведь не трудно, просто скажи, что ты все выдумала добавила Вика. «Пусть сделает это завтра, перед всем классом», — заявила Лика. «А что сделаете вы, если все окажется правдой?» — воскликнула Яси. «Я?» — Андра позадумалась. «Перестану называть тебя чудилой». «Нет, ты извинишься передо мной?» Яси решительно поймала медальон и добавила, глядя на Лику и Вику. «И вы тоже, при всех». Андрапа выпустила веревочку и усмехнулась, пожав плечи. «Извиниться-то несложно!» «Хотите увидеть Еловию?» – перебила ее Яся. «Ладно, я вам ее покажу, но предупреждаю, там очень опасно!» Одноклассницы смотрели на нее с насмешкой, и тогда Яся раскрыла медальон. Волшебная семянка была на прежнем месте. Яся положила ее на ладонь, накрыла второй и растерла, как велела елочная фея. Оставалось лишь загадать желание и сдуть все с руки. Яся так и сделала. В тот же миг на стене появился овальный рисунок из приплетающихся хвойных веток, тяжелых от шишек. Узор засветился, и часть стены внутри него начала таять. От изумления у одноклассниц Яси вытянулись лица. Не прошло и пяти секунд, как перед ними открылся еще один выход из кабинета только вел он не в школьный коридор. За округлым порталом было темно, и оттуда пахло сырыми опилками. Ну а что случилось дальше, можно узнать, конечно же, из книжки «Яйся в стране желаний». Но если елочная фея будет э, в хорошем настроении. И, кстати, она же у нас не просто эта добренькая фея, она очень строгая, очень принципиальная. Причем иногда она занята, и вместо нее приходит ее э, посредник, очень такая э, в плохом настроении белка хвойная. И она обычно считает, что люди ее там э, тревожат ради разных пустяков, и она даже хамит иногда, и даже детям. Вот. Но фея, как бы, так себя не ведет, конечно же, но она обычно показывает э, героям, что, может быть, не стоило загадывать это желание, или хорошенько нужно было подумать, причем его загадать. Вот. А я бы, наверное, попросил бы у Фии, ну, ну, скорее всего, вернуть здоровье моей маме. Для меня это, наверное, самое было бы важное, потому что ну, случилась такая ситуация, да, у человека инсульт и как бы еще жить и жить, да, и наслаждаться жизнью, а ты вот э, находишься в коронах своей квартиры. Это очень как бы грустно. И, наверное, бы свое желание, если у меня была бы такая возможность, я бы потратил на это. Ну, я в любом случае их читаю, когда редактирую много раз, перечитываю. Иногда мы делаем переиздания, я их опять перечитываю. А вот на литературных встречах обязательно читаю их. Вот. А иногда бывает, да, такая ностальгия, вот берешь с полки свою книжку, садишься, читаешь, находишь там что-нибудь, опять исправляешь, такой бесконечный процесс. Потому что в любом случае ты же развиваешься, да, как автор, и у тебя уже новое видение возникает, и ты какие-то, может быть, недочеты, которые ты раньше не увидел, сейчас видишь, или ты по-другому по эту мысль бы выразил. И я исправляю. Ну, конечно, Книгу заново ты не издашь, но есть же интернет-ресурсы, куда ты можешь перезалить текст. И я так иногда делаю мне помогают в этом, наверное, читатели. Я обожаю отзывы. Что-то такое увидели люди, чего я как бы не заметил, или даже, может быть, ну, мысль такая была у меня, но она не была для меня такой прям главной и важной. Они это увидели, они на этом акцентировали мое внимание. И для меня мой же текст раскрывается как-то по-другому. Это здорово. Но в любом же случае автор не берет свои идеи из ниоткуда, правильно? У Вселенной нет чувства юмора, поэтому желание нужно очень четко прописать и максимально просто.